Выставка «Грубый разрез» фотографа Эбигейл Варни скоро откроется в нашем городе. Так же, как и тагильчане, автор завораживающих фотографий живет в промышленном городе Австралии. Тоже небольшой промышленный город, там карьер находится, и в этом карьере добывают опал. То есть это тоже полудрагоценный камень. У нас много полудрагоценных камней, да, и много разных, собственно, горнодобывающих производств. И там оно одно, но тем не менее вот какая-то некая такая параллель есть, как это происходит у нас, и какие цвета здесь, и как происходит там, и какие цвета там. Свои сюжеты, рассказывает Евгений Камухин, автор снимал вокруг этого производства. В течение 2 недель любой желающий сможет увидеть, как живут и работают люди на другом конце света.